Как известно, для армейцев серебро – это проигранное золото. Поэтому вручение ЦСКА серебряных медалей веселым и торжественным не было. Вместо чемпионского трона команда получила пластиковое кресло. И в будний день поддержать команду на невеселой церемонии пришло чуть больше народу, чем на кубковые матчи с командами первой лиги. Главные герои торжества явились чуть ли не в пижамах. Для них церемония была помехой в кратком отдыхе между двумя важными играми. При представлении команды выяснилось, что болельщики лучше знают и больше любят легионеров, чем молодых российских игроков. Который вчера также родился на свет. Рамон. Евгений. Нормально. Дмитрий. Болельщики по-настоящему оживились только при слове «золото». Хотелось бы сказать, что в прошлом году я вручал, также мне выпала честь вручать бронзовые награды. В этом серебряные. Надеюсь, что в следующем году будем вручать уже награды высших уровней. Но этот вечер был веселым только для бразильцев, которым нипочем разочарование от серебра. Даже сами медали они не посчитали за украшение и сразу сняли с себя. Впрочем, их примеру вскоре последовали и россияне. Главный армейский бразилец, новый тренер Зика, впервые смог пообщаться с болельщиками. Зика не скрывал, что ему досталось от Газаева замечательное наследство. Я знаю, что при прошлом тренере ЦСКА специально отрабатывал штрафные удары. У нас в команде есть отличные исполнители штрафных. Я намерен продолжить традицию этих тренировок. Сам же Валерий Георгиевич на церемонию приглашен не был. По окончании официальной программы болельщики высыпали на поле. Большинство из них были рады, что грустный праздник закончился. Золотые медали – это то, что действительно нужно для нас, а серебро – это действительно не для команды нашего уровня. Для нас это поражение. ЦСКА всегда будет первым, первое место и золото только для нашего клуба.